Раньше это беззащитное существо только сжималось в комок от страха при виде людей. Испуганное и больное животное оказалось в приюте. Псу дали кличку Астра. На него было жалко смотреть, столько болячек свалилось на несчастного питомца. Практически лысое тело покрывали ранки от кожной инфекции. Кроме того, у Астра был сильно раздут животик, а отросшие когти впивались в лапы. Пес был уже не молод, неизвестно, сколько бы ему довелось пережить за 12 лет. Конечно, возрастной питомец был никому не нужен. У него практически не было шансов найти дом. Будущее малыша было безрадостным, его, скорее всего, усыпили бы. Но внезапно появилась парочка людей, которые захотели позаботиться о старичке. Это была женщина по имени Кэти со своим мужем. Супруги пожалели Астра и не смогли не вмешаться в происходящее. Как только Кэти взяла песика на ручки, тот сразу же лизнул ее в лицо. Наверное, старичок почувствовал хорошее к себе отношение, и в его душе появилась надежда. Первое время песик некомфортно чувствовал себя в новом доме. Астра боялся всего на свете. Он испуганно вздрагивал от любого громкого звука, боялся находиться на открытом пространстве и зажмуривался от страха при любых резких движениях. Песик очень медленно приходил в себя. Но прошло время, и супруги заметили, как питомец оттаивает. Подождав немного, они поняли, что уже никуда и никому не отдадут своего старичка. Спустя полгода в любящей семье Астра почувствовал себя лучше. Он больше не сжимается в комочек от страха, а уверенно подходит к хозяйке, малышу больше нечего бояться. Теперь у него все будет хорошо.